Первое послание Коринфянам, глава 1. Павел, волею Божией призванный апостол Иисуса Христа, и Сосфен, брат Церкви Божьей, находящейся в Коринфе, освященном во Христе Иисусе, призванным святым со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа во всяком месте, у них и у нас. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Непрестанно благодарю Бога моего за вас, ради благодати Божией, дарованной вам во Христе Иисусе, потому что в Нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием. Ибо свидетельство Христово утвердилось в вас, так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа, который и утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа. Верен Бог, которым вы призваны в общение Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего. Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях. Ибо от домашних хлоинах сделалось мне известным о вас, братья мои, что между вами есть споры. Я разумею то, что у вас говорят: я Павлов, я Аполосов, я Кифин, а я Христов. Разве разделился Христос? Разве Павел распялся за вас? Или во имя Павла вы крестились? Благодарю Бога, что я никого из вас не крестил, кроме Криспа и Гая, дабы не сказал кто, что я крестил в мое имя. Крестил я также Стефана в дом, а крестил ли еще кого, не знаю. Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова. Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божия. Ибо написано: погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну. Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо и иудеи требуют чудес, и еллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн, а для еллинов безумие. Для самих же призванных, иудеев и еллинов, Христа – Божью силу и Божью премудрость. Потому что немудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеков. Посмотрите, братья, кто вы, призванные. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых. И немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. И незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее. Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением, чтобы было, как написано: хвалящийся, хвались Господом. Первое послание к Коринфянам, глава 2. «И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого. И был я у вас в немощи и в страхе и в великом трепете. И слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией. Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей века сего приходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которую никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Но, как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает и глубины Божии. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем, так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать, дарованное нам от Бога.
что и возвещаем не от человеческой мудрости, изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием, и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господен, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов. Первое послание Коринфянам, глава 3. «И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердую пищу, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы? И не по человеческому ли обычаю поступаете? Ибо когда один говорит «я Павлов», а другой «я Аполосов», то не плотские ли вы? Кто Павел? Кто Аполос? А не только служители, через которых вы уверовали, и при том, поскольку каждому дал Господь. Я насадил, Аполос поливал, но возрастил Бог. Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий. Насаждающий же и поливающий суть одно, но каждый получит свою награду по своему труду. Ибо мы соработники у Бога, а вы – Божья нива, Божие строение. Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем, но каждый смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Каждого дела обнаружится. Ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон, впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня. Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм – вы. Никто не обольщай самого себя. Если кто из вас думает быть мудрым в веке сём, то будь безумным, чтобы быть мудрым. Ибо мудрость мира сего есть безумие пред Богом, как написано «уловляет мудрых в лукавстве их». И еще, Господь знает умствование мудрецов, что они суетны. Итак, никто не хвались человеками, ибо все ваше. Павел ли, или Аполос, или Кифа, или мир, или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее – все ваше. Вы же Христовы, а Христос – Божий. Псалом 134. Аллилуйя! Хвалите имя Господне, хвалите рабы Господне, стоящие в доме Господнем, во дворах дома Бога нашего. Хвалите Господа, ибо Господь благ. Пойте имени Его, ибо это сладостно. Ибо Господь избрал себе Иакова, Израиля в собственность свою. Я познал, что велик Господь, и Господь наш превыше всех богов. Господь творит все, что хочет, на небесах и на земле, на морях и во всех безднах. Возводит облака от края земли, творит молнии при дожде, изводит ветер из хранилищ своих. Он поразил первенцев Египта, от человека до скота. Послал знамения и чудеса среди тебя, Египет, на фараона и на всех рабов его. Поразил народы многие и истребил царей сильных. Сигона, царя Аморейского, и Ога, царя Васанского, и все царства ханаанские. И отдал землю их в наследие Израилю, народу своему. Господи, имя Твое вовек. Господи, память о Тебе в рот и рот. Ибо Господь будет судить народ свой и над рабами своими умилосердится. Идолы язычников – серебро и золото, дело рук человеческих. Есть у них уста, но не говорят, есть у них глаза, но не видят, есть у них уши, но не слышат. И нет дыхания в устах их. Подобны им будут делающие их и всякий, кто надеется на них. Дом Израилев, благословите Господа. Дом Ааронов, благословите Господа. Дом Левиин,
благословите Господа. Боящиеся Господа, благословите Господа. Благословен Господь от Сиона, живущий в Иерусалиме. Аллилуйя. Книга пророка Сафонии, глава 1. Слово Господне, которое было к Сафонии, сыну Хусе, сыну Гадоли, сыну Амори, сыну Езекии, в одни Иосии, сына Амонова, царя Иудейского. «Все истреблю с лица земли, — говорит Господь, — истреблю людей и скот, истреблю птиц небесных и рыб морских, и соблазны вместе с нечестивыми, истреблю людей с лица земли, — говорит Господь. И простру руку мою на Иудею и на всех жителей Иерусалима. Истреблю с места сего остатки Ваала, имя жрецов со священниками. И тех, которые на кровлях поклоняются воинству небесному, и тех поклоняющихся, которые клянутся Господом и клянутся царем своим. И тех, которые отступили от Господа, не искали Господа и не вопрошали о нем. Умолкни пред лицом Господа Бога, ибо близок день Господень. Уже приготовил Господь жертвенное заклание, назначил кого позвать. И будет в день жертвы Господней, я посещу князей и сыновей царя и всех, одевающихся в одежду иноплеменников. Посещу в тот день всех, которые перепрыгивают через порог, которые дом Господа своего наполняют насилием и обманом. И будет тот день, говорит Господь, вопль у ворот рыбных, и рыдание у других ворот, и великое разрушение на холмах. Рыдайте, жители нижней части города, ибо исчезнет весь торговый народ, и истреблены будут обремененные серебром. И будет в то время, я со светильником осмотрю Иерусалим и накажу тех, которые сидят на дрожжах своих и говорят в сердце своем, не делает Господь ни добра, ни зла. И обратятся богатства их в добычу, и домы их в запустение. Они построят домы, а жить в них не будут. Насадят виноградники, а вина из них не будут пить. Близок великий день Господа, близок и очень поспешает. Уже слышен голос дня Господня, горького запоет тогда и самый храбрый. День гнева – день сей, день скорби и тесноты, день опустошения и разорения, день тьмы и мрака, день облака и мглы, день трубы и бранного крика против укрепленных городов и высоких башен. И я стесню людей, и они будут ходить, как слепые, потому что они согрешили против Господа. И разметана будет кровь их, как прах, и плоть их, как помет». Ни серебро их, ни золото их не может спасти их в день гнева Господа, и огнем ревности его пожрана будет вся эта земля, ибо истребление, и притом внезапное, совершит он над всеми жителями земли».